Здравствуйте, дорогие друзья! И снова с вами я, ваш любимый автоблогер. Ну вот, сегодня у нас очередной независимый обзор некого автомобиля, в котором я сейчас сижу. Ну, наверняка вы скажете, что, ну, в какой куче говна ты сейчас сидишь, да? Ну, полнейшее дерьмо, вот, в которое я мог забраться. Это, ну, сейчас я вам покажу, как вы уже догадались, да? Это вот Hyundai. Hyundai, вот этот Саняис. Вот от одного только названия, да, уже сразу понятно, что от него пахнет соляркой. Ну, чувствуете, да? Фу. Короче, друзья, у меня независимый этот обзор. Ну, поскольку, сами понимаете, данный производитель этой машины мне не оплачивает. Вот. Ни рубля мне за это не оплачивает. Ну, вот, за это говно. За миллион, можно сказать, рублей. Но эта машина стоит немножко поменьше. Ну, почти, ну, сами понимаете, что за такие деньги можно взять. Давайте посмотрим, ну, за это. Посмотрим, что тут можно взять-то. Что тут возьмешь-то? Ну вот, возьмешь. Это вот автомобиль. Ну посмотрите, внешний вид его дешманский. Напоминает он какую-то эту Audi A5 задрипанную, да? Вот. Ну и что здесь? Вот колеса. Колеса не на дисках. Дисков мы не видим на колесах. Ну вот, зад какой-то, как задница, как жопа у слона, да? Такая выпученная, с антенной тут. Ну, тут это внутри у нас. Что у нас здесь внутри? Внутри у нас яйца. Что тут у нас? Ну, вообще машина стрёмная. Я могу сказать, что вообще абсолютно стрёмная. Руль, видите, руль круглый. Он даже не квадратный. Вот. Собственно, когда садишься, да, очень неудобно за этим рулем. Ну, потому что он вообще круглый, он должен вот здесь быть, ну, квадратный, вы знаете, да, вот так вот должен быть здесь квадратный. Ну, только придурки с круглым рулем ездят, вот. А так, машина, ну, я бы сказал, я не знаю, конечно, ее эти... Я не знаю, друзья, вот лучше заплатите, да, вот заплатите нормально, вот, ну, я не знаю, за миллион, да, там можно взять какую-нибудь, пятилетнюю какую-нибудь там, я не знаю, Тойоту убитую какую-нибудь, да, вот, ну, за эти деньги. Ну, там хоть ты знать будешь, да, что ты на ней ездить не будешь, а здесь за миллион, я не знаю, ну, хрень какая-то, полнейшая хрень. Давайте попробуем прокатиться, я не знаю, конечно... Если она, конечно, заведется эта машина, вот, ну, если она заведется, тогда она, можно хоть двойку поставить ей, а так, я не знаю, хрень полнейшая, вот такой вот у нее ключ, посмотрите, вот какой дерьмовый ключ, вот видите, вот он выкидывается, как этот, ну, как нож какой-то выкидывается он, да? Даже кнопки нет. Вот должна кнопка здесь вот для угона быть. Нажал, чтобы угнали, и все. А тут хрень какая-то вставляется, да? Вот вставляется она вот так. И ни хрена не прокручивается. Прикиньте, да? Как на «Жигулях» сидишь, и ни хрена, надо рулем. О, замок! Слушайте, я не могу на ней даже уехать. Это вообще моя машина? Нет? Не, я что-то не понял. Что-то я... Походу, я въехал, ребята. Ребята, давайте-ка я сейчас... Я сейчас это, ну, нормально сделаю, ладно? А пока никто не видит сейчас это, да? Где она тут? Подожди-ка. Так, вот, все. Мы уже наконец-то ее завели, эту телегу. Включаем заднюю скорость. Вот, и поехали назад. Ну, что, я передом ездить не умею, только задом. Ну и вот, я, как видимо, и задом-то хреново езжу. Так, ну смотрите, вот у нас наша трасса испытательная трасса. Ну, такая она, конечно, сейчас мы вот хорошенечко разгонимся, я сейчас покажу вам. Смотрите, опачки,
Опачки! Оба! Оба! А да, вот так вот. Вот. Вы видели, да? Ё-моё! Вот так вот я несусь. Фу, как угорелый. Кстати, даже жарко. Здесь в машине-то жарко. Хорошая машина. А на улице 9 градусов. В машине где-то все 29. На солнце стояло, видимо. Сейчас мы, смотрите, преодолеваем подъем. Подъемчик мы сейчас будем преодолевать. И мы его... как она хреново идет-то, да? Ну, конечно. Конечно, тут не 4 ВД-то. Не 4. Тут 3. Один я рулю-то. Ну, ничего, ничего, так сказать. Тянет, тянет, да? Хоть говно полное, да? Ну, тянет. Тянет, непонятно. Ну, по-моему, влево тянет, да? Или нет, или вправо. Ну, что-то там сход-развал, наверное, нарушен. Поэтому что-то подтягивает где-то. Слышите, стуки, стуки идут. Ну, подвески, подвески, стуки. Вот кто-то стучит. Кто-то, это, видимо, кто-то стучит с дилеров. Ну, на вот этого... На, это АвтоВАЗ стучат. Ну ладно, смотрите. Но вроде мы, ну, вроде мы вот так вот поехали, да. А, ну, хоть дорога грязная, грязная, но все равно машина, ну, маломальски как-то протягивает, протягивает. Вот тут, вон, внедорожник, он еле-еле заехал, он здесь уже недели 2-3 стоит, вот этот внедорожник. Вот, ну и ладно, пускай стоит, что жалко, что ли. Мы-то все равно, я думаю, надеюсь, проедем, если какой-нибудь конь навстречу нам не поедет, да? Вот, ну, мы будем надеяться, что этот конь ни хрена не поедет. Ой, какая колея, колиты. Ну, да ладно, ладно, ладно. Не, ну, ну, теперь давайте про говнянскую машину поговорим за миллион. Ну, вы знаете, она не стоит своих денег. Абсолютно, абсолютная это, ну, шумоизоляции в ней нету. Сразу же скажу, что шумоизоляция здесь не предусмотрена заводом изготовителем, да? Ну, слышите, потому что я всем тренью, и вот вам слышно же, да, как я тренью-то. Вот. Ну и поэтому здесь шумоизоляции абсолютно нету. Нету ее здесь. Откуда она может быть в таких лесах-то, шумоизоляция? Вот. Ну, зато посмотрите, мы нормально идем. Идем так уверенно. Уверенно. А, да, кстати, вот, ну, многие мои эти подписчики говорят, нахрена я вот стал этим видеоблогером, да, делать эти обзоры. Ну, во-первых, я могу вам сразу сказать, я же веду честные видео, эти обзоры. Обзоры. Они у меня честные, они не проплаченные, правильно? Вот, и для того, чтобы, ну, как бы, ну, похвалить машину, надо как-то, ну, что-то сделать для этого. Ну, думайте сами, ладно, производители, я не знаю. Вот, и короче, мы едем на полном дерьме, мы, вы знаете, вот мы в дерьме, вот едем мы в дерьме, да еще на полном дерьме едем. Это непонятно вообще, вот как так происходит. Как происходит, вот лес рубят, щепки летят. Непонятно вообще, ну совершенно. Я не знаю, как вот можно вообще докатиться до такой жизни-то. Вот, вот ребята, ну вот видите, да? Вот спасибо, вот это хорошо, хороший водитель за рулем. Он хорошо проехал это, правильно? А так, это, ну какое-то дерьмо, ну не машина, я вас умоляю, правда. Так, ну вот сейчас мы с вами выехали на скоростное шоссе. Вот мы летим довольно-таки прилично. Вот, где-то у нас тут на спидометре сколько, 40, да? Вот. И чувствуем, какой драйв проходит. То есть машина абсолютно неуправляемая. На поворотах ее заносит. Зад у нее заносится. Вот, видите, люди как боятся даже. Они вот, они оглядываются, они трясутся. Типа, мол, ну что за хрень такая, да? Что это ты делаешь тут на нас, едешь? Мы несемся, скорость. Вообще охренительная скорость. Вот. Ну, я бы не сказал, конечно, такая охренительная. Я и быстрее, я и 60 ездил, а тут 40. Ну, это хрень какая-то, вообще полнейшая. Так что машина говно, ребята, она не стоит своих денег.
абсолютно не стоит. Даже, я не знаю, возьмите убитое, говорю, хлам какой-то убитый. Там будет хоть вам полезно, ну, там, покопаться по машине. Я не знаю, что там еще можно делать-то. А так, короче, вообще, ну хрень полнейшая.